Я, в общем, что предлагаю? У нас так как два страйкера. Один останется на этой высоте. Будет с пулемета поливать ихнюю базу. А второй страйкер пехоту повезет и где-нибудь максимально близко высадит. Наверное, пускай зоник будет. Он же один. Кто? Пускай зоник на страйкере останется. Он же один вроде. Ну, значит, зоник остается. Мы садимся в страйкер, по дороге также едем. То есть повернемся назад и по дороге сделаем. Прямо сейчас? Нет, ну, я не знаю, когда. Высоту проверь. Че высоту? Ты сейчас как выкачусь, а мне прилетит РПГ. Ну, на 522 вроде бы наши проверили, все чисто. Ты здесь и остаешься. Просто выкатишься, башенку покажешь. Будешь стрелять, а мы поедем. Как только мы покажемся в зоне. Ага. По нам. Боевики стреляют. 37-метровая пушка. Мы слышим, как это пытались. Не, стреляешь. Правее стреляй, справа. Короче, все раскрыто, давайте грузимся. Что, нормально прилетело? О, сзади, сзади прилетает. Это с дымом, блин. Нет, может просто взорвался. Кстати, тост. Ну что, будем грузить? Или как? Не знаю. Короче, давайте по дороге, зоник. Ты здесь свети, стреляй. А мы едем по дороге назад и будем атаковать. Пехота грузится. Кто несет? Я не слышу. Ты далеко? Я на востоке, я бегу сейчас. По дороге вроде или где-то? Не-не-не, да я уже сейчас буду. 5, пожалуйста. Так. Меч в зону. Азуни, короче, твоя задача просто показывать, что ты здесь есть. Ну и отстреливаться периодически. Пока не светись. Сейчас мы поедем, я тебе скажу, когда надо что-то делать. А сейчас горишь. Сел, поехали. Да. Что, уехали? А кто тебе там ответил? Пока там решите, где вас высадить. Смотри, там высадить. Я монитор пока. Нужна лизинка какая-нибудь. Ладно, тогда визуально буду оценивать. Там оптимально вообще прям к зоне подлететь очень быстро. Ну да, к этому, к наклону плоскости, чтобы они ничего не могли стрелять. 465 это самое близкое. Угу. Вот 421. Там. Надеюсь, сейчас охотник не будет печь. Да нет. Здесь надо нас выбирать очень быстро, проезжать сразу. Там так скорость 85, но мне не кажется, что это быстро. Короче, мы, на нас уже могут смотреть, нас замечать могут. Может, рука. Понял. Нет. Где выбил? Это, а что ты делал? Куда мы заметили, да? Ничего не интересно. Зоник, мы вообще открыты. Ой, по нам работают. Не вижу, откуда. Трассер не видно? А, все, по-моему, нас потерял. Да нет, он не мог. Они косят, не попадают. Нет, ну уже вижу. Давай перезарядка. Не, не, не. Скрылись. Живы, живы. К сожалению. Благодаря твоим молитвам. Нет, друг. Ну все, давай. Брат,
рацию скажи, когда высадишь. Голосом я не слышу. Сейчас самое, по-моему, лучшее место для высадки где-то будет. Да, ближе. Давайте. Ближе, ближе, да? О, сейчас выбежит какая-нибудь котлета. Раздони, крой, крой, чтоб никто не выбежал. Мы прям подъехали к бункеру. Все, высадка, 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 высадка. У нас колесо подбито. От кормы, от кормы, отойдите от кормы. Я отъеду назад, чтобы у нас обзор был лучше, да. Тут как мир, ну, после бункера сидит, с драконом щаляпным. Убил, все убил. Нас дракон. Только что нашего убили, вот тут кто-то просто. Сейчас заберусь на горочку, подавим. Сейчас заберусь. Сейчас я буду покрутировать. Смотри, как 40 стреляли. Давай впереди там. Дави впереди. На. Сейчас я тут прям. На 17. Сейчас драконы еще больные. Там свои уже на орудии сидят. Нет, смысла нет в этой фигне, я маленький пока. Чего, шпитка у меня? Я что-то не вижу. Дракон, лети, дракон. Текай ты. Текай с миску. Это свой был. Слушай. Подавливай где-нибудь там что-нибудь. Бункеры какие-нибудь. Ну, тут пересмотрю уже, белый. Да просто одиночный, туда-сюда долбливай. У тебя патроны... Свои, нет? Свои, свои. Задолбали, по своим попадаете. Ну, Прага, да, два. Ну, Азданька заедет. Так что, Прага своей? Да где она, где она? На 120 переезжал он. Бункер чист. Мост ближе. Да, я сейчас не вижу. Может, по берегу едет у нас. Аздоне где на бункер чист. Я уже по базе не палю. Мне на базу страйкер загнать, помочь вам почистить. Что там? На южного въезда. Дракон, можно. Короче, без выстрела. Что на южном? На южный въезд можно. Блокпост. А там есть въезд или это между забором дырка? Там два, да, вроде бы даже. Там прям въезд. Прям въезд, прям. Это где большой бункер? Ух ты, че такое? Это я стрелял. Эх, такой сохранится прям. Все. Придите надо. Это был вопрос. А че, лопнули? А че?